В рамках Баренц-программы сегодня в Петергу состоялась пресс-конференция руководителя акционерного общества «Акваплан Нива» господина Тур Ян Херстеда. Он недавно побывал в Беломорске, где расположена совместная карельско-норвежская учебно-научная ферма по выращиванию форели. Этот эксперимент проходит по технологии наших северных партнеров и, судя по настроению главы «Акваплана», успешно. Впереди апробирование методов, позволяющих вырастить в Белом море до 68 тысяч молодей красной рыбы. Сегодня этот деликатес на рынках города стоит до 30 тысяч рублей за килограмм.